Артистка делится красочными кадрами с островов. Компанию ей составляет дочка Антонина. После Нового года многие звезды отправились в отпуск. Одним из самых популярных мест для отдыха уже не в первый раз стали Мальдивские острова. Именно там несколько недель нежилась под солнцем Елена Темникова, Кристина Асмус и другие знаменитости. Если на днях Вера Брежнева покинула райские места, то певица Слава только приехала туда со своей подросшей дочерью Антониной. Она остановилась на вилле прямо у воды. В соцсети артистка опубликовала видео, на котором ее наследница играет на побережье. В распоряжении 7-летней девочки оказался не только надувной лебедь, но и матрас в виде арбуза. «Кайфуем», — написала Слава уже под другим роликом. Примечательно, что именно в той местности водятся небольшие акулы. Певица засняла их на камеру. По всей видимости, они не опасны для человека, поэтому девушка разрешает своей дочери играть в воде. Более того, выяснилось, что на Мальдивах Слава оказалась не в первый раз. «У нас тут акулки с нами вместе плавают. Я помню, когда Сашуня, старшая дочь певицы, Трим, Ред, была малышкой, а не со своей подружкой. Мы тоже тогда отдыхали на Мальдивах, сочинили стишок смешной. Плывет, плывет акула, хотим ее поймать. Мы ей кричим, акулка. А нас за морду хватит», — поделилась артистка. Поклонники пожелали певице и ее родным хорошего отдыха. Скорее всего, компанию Славе составляет не только наследница, но и ее возлюбленный.